Андрюха, ты видел там под УАЗиком какой-то проводочек посередине? Да, да. Это заземление у вас? Да. Это связь с подземным миром. А, супер. Тогда спокойно. Да. Что он там делает? И снег, и дождь, и солнце, полный набор. Там бетонные блоки эти. Тут труп был. Объезжаем. Горочка небольшая, но в прошлый раз мы тоже здесь это не могли заехать. А у него силовой, он не боится уже. Да, но это был опасный момент. Да, опасно, опасно. Прям миллиметры увернулся. Почти.
Попробуй зад. Дорога. Победа! Следующий! Ну, Лёша здесь так разместил, что, по-моему, проблем не будет. А что я тут так ковырялся долго? Дальше все в горочку и в горочку. Арки тут такие из деревьев. Сейчас тут Гриша застрянет, ё-моё!
Леха, что ты наделал? По такой каше ему будет сложно проехать. Еще и снег такой. О, да. Сейчас будет весело. Скользко, да. Так ты видишь, он что после себя оставил? Кажется. Полметра каши. Уже взобрался на гору. Коварный подъем. Эх. Слушай, видишь, Гриша утрамбовал. Ну да. Утрамбовал эту. Ну, а Дэв сейчас даже не встанет. Чуть-чуть подергиваем Арктика. А получается УАЗика. Едет только УАЗик. Ого, вот это было. Вот она сила УАЗа, а?
страшный снег. Ну, в принципе, мы же в горку уже забрались. А? В горку-то мы уже забрались. Ну, а что, ну, а тут одна, думаешь? Нет. Ну, это была самая крутая, в которую, ну, в принципе, надо подниматься. Я, это самая протяженная была. Дальше у нас дальше будет крутой спуск. Ну что, ехали. Некоторые проголодались, а некоторые травят дальше колеса. Алёша сколько стравился? Сейчас, по-моему, уже там почти ноль. А изначально? Изначально было 0,5. А. Кроме Инны. Инна на 0,4, а мы так, все в круг 0,5. Ну, а Инна, видишь, самая умная. И в конце, я говорю, ее надо было вперед пускать. Самое низкое давление, и первого бы вперед. А сейчас он почти ноль. Чуть-чуть осталось. Мы все сложное прошли. Сопочку почти одолели, тут чуть-чуть осталось, и мы по прямой пойдем. Потом резкий спуск вниз, болото. Лебедимся за столбы. Там лэпка идет. В болоте, да. Ну и все, там кушаем, и там уже деревня. Деревня дураков. Ну самое крутое это будет спуск, мне кажется, да? Спуск, да, сейчас будет. Ты можешь сына сесть и запечатлеть это. А снизу кто будет снимать? Мишку стошнит по-любому. Вырвет на торпеду. Ну вот, сразу пошел. То есть реально выше стало выходить на снег. Разница, конечно, сразу видна. Да, вообще, ну. Он раньше так не нормально это такие сучи, как будто копыта. Так я тебе говорю о чем, что это здесь. Лосиные копыта. Да, копыта. Может быть и лось. Вот она родимая. Спуск. Страшный спуск. Лехе проще, а то его будет снег держать. С одной стороны, а с другой стороны ему еще и пробивать нужно. То есть сбивать и газ, и тормоз. Но у нас, по идее, по колее не понесет никуда. По колее, как в трамвае поедем, да и все.
Ну, в принципе, все, он внизу, да? А? Все, он внизу, в принципе. Все, следующий. Самая крутая девчонка в Мурманске. Самая бесстрашная. Спуск крутой. Вон та гора. Да. На завалинку? Ага. Почти влетел. Отлично. Сейчас Лена, как всегда, всем покажет высший пилотаж. Отлично.
выехали из леса, ждет нас сюрприз. Кучка. Там нету проезда, нет? Нет, там деревья. А вот там, да, там. Не, нормально, нормально. В смысле нормально? Кто меня потом туда снимет? Что-то ты меня обманываешь. Как вариант, подсядешь. Ну, Леха объедет, тебя вытянет. Что такого-то? Леха вытянет, вытянет. Главное это, держись там. Держись. Ну или Инна назад тебя подернет. Загнись. Вот и все. Инна, давай, ты следующая. Давай, давай, давай. Давай, давай, не тормози. Я парь горы. Да, там мужик офигевает, съезжай давай. Я ему перегородила дорогу. Да, я подозреваю, что да. Он просто не знает, что у нас еще одна машина сейчас поедет. А я сейчас повисну здесь. Нормально. Повиснешь. Давай, съезжай. Вот и все, маршрут закрыт. Не разворотят это внешние обоймы подшипника. Ты все снимаешь, что ли, это? Да, прокомментируйте, пожалуйста, что вы тут натворили. Это небольшое техническое неприятностью случилось. 200 метров от гаража. Больше. Да, короче, ехать так вот все до гаража. Надо все разбирать. Ну, можешь он по второй гайке поджать еще. Сейчас ничего она не сделаю. Она горячая, смотри аккуратно. Я понял, что... Ну, я же, ты же видишь, я в перчатках. Диск тормозной раскалился. И все там внутри. Так как ее не, их ничего не удерживает, сепаратор развалился, эти все ролики ушли туда внутрь. Ты их сейчас внутренним кольцом подшипника задавил. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Непонятно, отвалится оно или не отвалится. Выскочит оно наружу, колесует или не выскочит. Скажешь. Чё, накинули? Чё накинули? Нашли гайки по дороге, прикрутили их. Они ни хера не держат, потому что подшипник весь рассыпался. Ни шариков, ни роликов, ничего. И сепаратор нужен. Сейчас вот прикрутили и потихонечку, туда осталось метров 200 до гаража. Чё там держится? Я болел. Еще один.
Причем поломались не в лесу, а на подъезде к гаражу. Колечко.